Первый комментарий по игре Владимира Андреевича Никитенко, главного тренера гостей. Ну, я говорю, борьба сейчас только начинается. Сейчас вот и за выход в шестерку, и за более высокие места. Сейчас мы ожидали сложной игры в условиях дефицита наших ведущих игроков предыдущих, то, что они играли в предыдущих матчах. Большие проблемы у нас были в комплектовании именно игрового состава. Играли те игроки, много игроков играли, которые перед этим мало игровой практики было. Но могли где-то победить, какие-то моменты имели, соперник имел моменты. Ну, сложно, мне кажется, надо еще посмотреть внимательно матч, что там. Но у нас были проблемы, так тяжело игралось все. Но я думаю, какая-то более-менее равная игра. К сожалению, мы хотели победить, но не получилось забить. Ну, и, я считаю, соперник очень достойный, квалифицированные игроки, собранные играют, несмотря на финансовые трудности. Значит, у нас тоже свои трудности были, другого плана. У нас люди и были где-то и по здоровью, и по то, что вот еще не приехали с чемпионата мира вот узбекские футболисты. Ну, то, что получилось, счет 0-0. Дальше будем жить, дальше работать. Главные матчи впереди. Ну, я думаю, что сегодня получилась хорошая игра, что одна, что вторая команда демонстрировала хороший, разумительный футбол. Мы ждали такой сложной игры, все-таки Актюбе не зря занимает верхнюю строчку турнирной таблицы, который старается играть такой комбинационный футбол за счет коротких, средних передач, что у них неплохо получается. Сегодня мы вышли с первых минут, играли там вторым номером. Я думаю, что сегодня игра удалась нам, особенно во втором тайме. Были моменты, но, к сожалению, не реализовали. Но это футбол. Я сегодня доволен моими игроками, доволен той самоотдачей, несмотря на все те сложности, трудности, которые мы испытываем сегодня. Два игрока, два нападающих, вы знаете, что Юнузович и Щеткин. Ушли из команды. Есть еще игроки, которые хотят покинуть команду. Но будем стараться. Будем выходить из этой сложной ситуации. Еще чемпионат все впереди. Так что будем бороться за шестерку. Поэтому есть еще и третий круг, да, как говорится. Наши две команды, которые решали разные задачи. Одна за чемпионство, но сегодня такое положение, что мы решаем задачу, как выжить в премьер-лиге. Поэтому все впереди, и будем стараться работать над недостатками. Большое спасибо. Спасибо. Удачи.